Привет всем, друзья! В этом видео вы узнаете, как сделать своими руками две очень нужных самоделки. Первая самоделка будет из пластиковых бутылок для сада и огорода. Вот таким нехитрым способом получился ветряк, отпугиватель кротов и птиц. Если у кого-то осталась консервная банка из-под зеленого горошка, ни в коем случае ее не выбрасывайте. В этом видео покажу и расскажу, как из нее сделать очень нужную самоделку. Настоящие рыбаки и туристы обязательно оценят. Этикетку с банки надо сорвать. Сбоку консервным ключом надо сделать окно. В дне банки надо сделать большой крест. Вырезанные треугольники нужно поднять вверх. Самоделка готова, пришло время испытаний. Ее надо заполнить бумагой и щепками. Содержимое банки надо поджечь. При необходимости надо подкинуть щепок. Теперь нужно немного подождать, чтобы появились небольшие угли. Пришло время сверху поставить разогреваться кружку с водой. Языки пламени дно кружки окутывают, тем временем разогревая воду в ней. Прошло не так много времени, вода на дне кружки начала пузыриться и закипать. Это говорит только об одном – пора заваривать любимый чай.
Как все уже вы догадались, получилась походная печь-щепочница. Сделать ее своими руками не составляет никакого труда. А в походе или на рыбалке она точно выручит вас. Возможно, не обогреет, но, по крайней мере, горячим вас накормит. Эту печку сделать своими руками не составляет никакого труда. Кому хитрость идеи для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи и добра!